Однако одни пикетируют, другие пытаются помочь Комсомольскому колледжу менее воинственным способом. На заседании молодежной палаты регионального парламента в четверг принимали решение обращаться ли в поддержку филиала к губернатору. Однако «за» проголосовал лишь сам автор инициативы Александр Коротков. Шестеро молодых народных избранников были против, 10 человек воздержались. Ситуация показательная и удручающая, но это не повод опускать руки. Мы все-таки на этом не остановимся, что мы будем продолжать борьбу за указанный колледж. В данный момент подключилось довольно-таки большое количество и общественных организаций, общественных деятелей, и даже политических партий, значит, к решению данного вопроса. Я лично буду сотрудничать со всеми, и мы просто будем добиваться и дойдем, уверен, до федеральных органов власти, чтобы все-таки этот колледж сохранить.